приехали на базу. Сейчас я вот собираю свои вещи. Ну и после дороги немножко надо. Вот закрываю тут все, закрываю. Теперь он будет ночевать здесь у нас. Если будет хорошая погода, полетаем. Аппарат. Взял с собой свой аппарат. Немножко я на выходные подзатарился. Сейчас у меня пока с ледяными лежит. Сейчас в коттедж приду, переложу в холодильник. Опа! Ну так и таскаешься тебе сумками туда-сюда. Погода плохая. Тоже какая-то база, турбаза. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Парам, 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 на то оно и утро. 66-й стоит, УАЗик стоит. Было село. Движок какой-то валяется, двухцилиндровый. Дизель. И так в хорошем состоянии. Есть вот эти все прогнившие, проточенные. Это прям в идеальном состоянии. Прогресс. Такая ранетка, или это яблоки? Ранетка, наверное. Я себе купил вот гостинчик и внуку вот взял. Здесь дачки вот. Это выход нашего коттеджного поселка, выход в село Проран. Вот этот лес находится на территории острова Поджабный. Вот сейчас мы идем, озеро там вдалеке. Такая здесь природа, остров, конечно,
территория огромная. К воде подойти, конечно, здесь сложно. А на той стороне дальше там опять протекает Волга, как бы Волжка. Да, вон за тем лесом, да. Тут карасики, конечно, есть. Вон берег грязный, не подойдешь сюда, надо или на лодочке. Красиво. Такие машинки здесь на острове. Семерочка стоит. Состояние неплохое. Она, наверное, на ходу. Только... Гриль проран бар. Получается пляж. Катер стоит, стоянка. Пляж, вон там наши домики и вон бегущая строка. Переправа, номер телефона. Почему? А что у вас такое? Салат, что ли? Салат. Будешь? Да нет. Попили. Это ресторан на воде. Напротив. Напротив Самара город. Вот это ресторан зимний. Здесь, видите, отопление. Все. Сейчас мы отнесем здесь. А что, вау, это такой, смотри, водный ресторан. Катерок встал, видишь, и балдеет. Вон мужик встал, сейчас видишь. Сейчас будет ловить. Тебе сдачи, да. Все, последний день. Детям завтра в школу. Купаются, радуются. У нас тоже закончился отдых.
сейчас и уезжаем домой. Thank you.